С самого утра в магазине кипит работа. Сотрудники крупнейшего предприятия города бережно упаковывают коробку за коробкой. Внутри ценный груз, который совсем скоро отправится в Курскую область. Республиканская акция «Спина к спине» еще сильнее сплотила не только коллектив, но и два братских народа. Белшина не осталась в стороне и протянула руку помощи. У нас все получилось, собирался сбор наличных денег. Вот мы собрали количество достаточно внушительное. И сегодня производим закупку товаров согласно перечню, предоставленной российской стороной. Это сухпайки в основном. Макароны, тушенки, консервы, гречневая каша. Ну, все, что не скоро портившееся. Благодаря общим усилиям почти тонна гуманитарной помощи отправится к своим адресатам. К важному делу руку приложил каждый неравнодушный. Большая белорусская семья своих в беде не оставит. Люди со всех уголков республики с энтузиазмом принимают участие в акции. Грузите. Напряженная обстановка в Курской области сохраняется. Многие вынужденно покидают свои дома, успев схватить с собой только документы. В такие моменты любая помощь – малая часть, что можно сделать для тех, кто в один миг лишился крова, пищи и четкого понимания того, что будет завтра. Это идет от чистого сердца всех работников Белшины. Ну и желаем жителям Курской области, чтобы побыстрее на их земле наступил мир. Конечно же, очень важно принимать участие в таких акциях, потому что таким образом мы поддерживаем, мы вместе с людьми, которые пострадали, мы проявляем свое добро, свою заботу, свое внимание, сочувствие. То есть таким образом мы миролюбивые, мы за мир. И, конечно же, мы хотим, чтобы все жили в мире, в согласии и в благополучии. Мне очень приятно, что Белая Русь проявила такое активное участие в ней. И данный груз, который мы собрали, вот, является всего лишь капелькой, которая образует поток нашей помощи братскому курскому народу. Белорусы в очередной раз доказали, самое главное богатство нашей страны – люди. Неравнодушные, открытые, целеустремленные. Они всегда готовы протянуть руку всем, кто нуждается в помощи. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360.